Грані творчості. Вистава сучасного візуального мистецтва відкрилася у ГДУ ім'я Франциска Скорини. У експозиції більш як 100 студентських робіт. Республіканський проєкт «Угод Малої Радзіми» притягує увагу до історичної і культурної спадщини Білорусі. До уділу їм долучилися 45 університетів України, у тим ліку 3 гомельські. Молодь з допомогою різних мистецьких технік адлюстровує у своїх роботах твори білоруських письменників. У якості девізу сьогодні та обрали радки Владимира Короткевича «Мой чаровный белорусский край. Батьковщина светлая моя». У экспозиции фотографии, живопись, работы у техниках леттеринг и колеровая графика. Свой особливый синтез литературы и мастерства закликаны раскрыть творчий потенциал студентов. Это у нас визуальный сет, скажем, впечатление от каких-то белорусских произведений. Очень много фотографий. Они настолько ярко показывают красоту белорусской земли. Есть номинация очень интересная, называется «Летринг». Творческое осмысление через буквы. Фраза «Мой родный кут, як ты мне милый». И это уникальное направление. Еще есть одно из направлений, которое меня просто потрясло – рехорифма. Это как раз-таки тот момент, наверное, современности, когда белорусские знаки, которые используются в одежде, в рушниках и так далее, нужно продвигать, популяризировать в мебели, в символике, в украшении. Студентская выстава «Грани творчести» будет працевать у ГДУ до 9 листопада, а потом отправится у подорожа по выставочных залах инших университетов Украины.